что мы говорим о телевидении? В данном случае о рекламе. У нас, походу, только диарея, грибок и месячные. По основным каналам. И мизер по местным включениям. Да, это дорого. И проще обращаться на Терру. Тут грамотные новости в одном лице и грамотные сюжеты в моих передачах. И там опыт работы, и это не один десяток лет. Так что думайте, господа, прежде всего. Наша дума в данном направлении о перетяжке мебели. Да, я люблю котов, да, я люблю животных, да, у меня есть машина, и то, и другое ушатывается. И животными, и пассажирами, да и мной в том числе. Не без косяка я о себе говорю. Без этого-то никак. Но вопрос очевидный, кто перешьет и сделает больший идеал. Так вот, больший идеал, и это кураж. В конце концов, что-то пролили. Иногда такое случается, что и прожгли. Тоже бывает ведь. То есть, я вот с этой целью к вам приехал, но оказывается, мысль-то у нас немножко другая. То есть, в принципе, цены были у вас не сильно дорогие. Но что вам мешает эти цены дальше сдерживать? Ну, по сути дела, вы уже поприсутствовали сегодня, сделали большой объем по наружному обмеру в совокупности. То есть, ну, если говорить о нашем ценообразовании, то мы стараемся ориентироваться в первую очередь, конечно, на способности покупателя, скажем так. Если, то есть, знаем, что деньги считают на сегодняшний день все, и по этой причине они, наверное, в первую очередь идут к нам, зная нашу репутацию, в соответствии наше умение, профессионализм. Ну а дальше мы стараемся идти навстречу нашему потребителю. Все. Ну, то есть коммерция коммерции. Но извините, как можно работать грамотно? И грамотно делать задешево, потому что постоянно приходится в крышу свою впыриваться, господа. К слову, мы и благодаря дорожникам не ссорим на дорогах. Что касается меня, то мусор в машине я выбрасываю только в мусорные бачки. Как и мусор из дома. Вам что, сложно не выбрасывать мусор из домов? Бычки всякие, кости и окурки в мусорку? Зачем гадить на свой дом? Я как-то не понимаю. Как вам город Магнитогорск? Вы считаете, что город Магнитогорск идеален? Ну, если будем смотреть по обочинам, то да, город Магнитогорск идеален. А мы поднялись чуть выше. То есть вы понимаете, да, то, что когда мы ездим по дорогам, мы благодарим дорогу уборщика за то, что они убирают наши штуки. А может, мы все это не будем делать? То есть я также езжу в машине. Я, если честно, я не сорю в машине, потому что я все это дело довожу до мусорки. На второй этаж мы подняли, второй этаж. Этих зданий очень много в городе, только одна часть вопроса. И что мы видим? Зачем это все выкидывать? Зачем мусорить? Объясните мне. Может быть, это есть ваши правила? То есть вы сидите и покуриваете, чпок, чпок, чпок. Куда вы их бросаете? Сюда, да, сюда бросаете, да? А если что-то случится, это же будет пожар, который вашу квартиру также зацепит. Вам это надо? Мне это не нужно. Это не нужно никому, поверьте мне. Господа, это вопрос нашей с вами безопасности. Было время в Советском Союзе, когда мы кефир покупали в пакетиках таких, которые затем перерабатывались. Было время, когда у нас кефир был в стекле. Тогда мы столько не выкидывали нашу замечательную мусорку. Я тоже сейчас говорю, почему такое случается, что я даже столько не могу съесть. Представляете, каждые два дня здоровый пакет мусора. Потому что это мы не должны были бы делать в нормальном сообществе. Сейчас сообщество какое-то немножко другое. Или я неправду говорю? К слову, об этом мы говорили и с хозяином, и с обслуживающим дом персоналом. Я все прекрасно понимаю, что вы, наверное, могли бы уже на 600-м Мерседесе ездить, но тем не менее, каждый месяц, каждый год, вы здесь уже с 97-го года, правильно? Постоянно вот это вот, то, что творит сверху, оно также ушивает ваш семейный бюджет. И я так понимаю, что не сильно дешево это все происходит. Постоянный ремонт, постоянная кровля. Вот о чем мы будем говорить. Ну, я бы не хотел сейчас взывать к совести тех людей, которые напрямую или косвенно в этом участвуют, проще говоря, наших соседей. Но если они попытаются сказать, что у нас услуга, в принципе, достаточно, стоимость ее достаточно высокая, я могу попросить их, давайте сделаем ее хотя бы стабильной после того, как наведем порядок на нашей крыше. Все. То есть вот мы об этом сейчас и будем говорить, да? Это было бы хорошо, если бы мы начинали
думать, где мы живем. А так получается, что все мы живем типа в общаге. Но, извините, в общаге никак вот, если честно. В общаге все понимают, что да, это общежитие, где вы не будете друг друга слушать. Но надо все равно слушать соседа, потому что сосед – это ваш приятель, друг и брат. Да, хотелось действительно жить при полном взаимопонимании. Я понимаю, что в каждой семье свои проблемы, свои вопросы, что семья – это достаточно отдельная ячейка общества, но выходя на улицу, надо вспоминать еще и о других семьях. То есть, в принципе, тот, кто здесь работает, те, для кого мы работаем, они, я скажу так, напрямую зависят от поведения этих жильцов. То есть их материальное благосостояние, а может быть даже расходная часть их бюджета. То есть то, что мы говорили о нашем ценообразовании, вернее, о ценообразовании наших на сегодняшний день услуг. Итак, что мы видим, да? Отличный дом, типа отличный дом, но по сути событий как-то странно люди себя ведут. Ну, люди везде странно себя ведут. В этом доме, в принципе, так-то все хорошо. Но единственное, если бы люди не, как говорится, не срали там, где живут, было бы все тогда отлично. Больше миллиона постоянно вот так цепляется. Но за сумму больше миллиона, в принципе, можно было бы и взять спокойненько дворника, который бы все это сделал красиво. Дворник имеется, оплачивается дворнику ну, за его работу все оплачивается. Дворник убирается, но люди не понимают этого и продолжают так же делать. Дворник убирается ежедневно. То есть мы говорим о том, что мы бы хотели работать и быть похожими на страну Америку, да? В стране Америки, я с 97-го года говорю, что в стране Америки и тогда-то мусор был разный. То есть отдельно было то, что перерабатывается, отдельно был металл и все остальное. Мы бы тоже хотели бы так жить, правильно? Ну, так жить или не так жить, а хотелось бы просто в чистоте жить. Чтобы следующее поколение понимало, что чистота – это лучше всего, чем грязь вот такая. И мы этого хотели бы сделать, да, но не получается почему-то. Да, естественно, она нигде не будет получаться, если денежные средства не выделяются на дом. Это должны постоянно поступать. А почему мы не можем сказать, что жители дома, зачем вы делаете все это дело к себе? То есть мы красиво, да, по городу ездим и везде говорим, спасибо вам, люди, которые убирают дороги, да? Может быть, все-таки сказать спасибо жреву, который убирает все, или все-таки не будем какать? Наверное, просто не надо какать. И тогда все будет хорошо. Конечно. Тогда будет все отлично. И мы не будем говорить о вреде курения. Каждый раз все мои передачи вам говорят: не никотиньтесь, не отравляйте город в пьяном угаре. Все это слушают, но отвал от никотина, как и отвал от алкоголя, прост. Пару дней мультики в первом, вам типа хочется курить во втором, хары бухать, и мы станем лучшей нацией на земле, без табака и алкоголя. Конечно, с мизерной оплатой, но это не тема этой передачи. И вот тогда, наверное, мы будем больше работать на наше благо и благо нашего города. Вспомнив коммунистическое прошлое, да? К сожалению, у вас больший опыт, а у меня меньший опыт. Я вам скажу так, что своим ключом я открывал 3 квартиры в доме. Рядышком здесь располагались. Один телефон был у нас. И все ходили и звонили. Дома не закрывались вообще. То есть, ну, обыкновенно дверь была, да? Все было абсолютно нормально и ровно. Может быть, нам все-таки вернуться на круги своя? Сложный вопрос. Я вот прямо сейчас не готов на него ответить. Но было хорошо, да, ведь? Было. Свои плюсы, в общем-то, во многом присутствовали. Ну, а что касается сегодняшнего дня, я думаю, что плюсов сегодня больше, чем минусов. Но вот минусы, кстати, вот те, которые... Так они какие-то стали минусы, еще минусее, правильно, да? Согласен, что вот хотелось бы все-таки их стереть из нашего сегодняшнего образа жизни и вообще отношений с нашими соседями в том числе. Вот как-то так получается. Работая на свое благо, вы получаете благо другое. Или вы думаете, что ваша Клара из металла, потому что лучшая, потому что за ней стоял весь СССР, не может радовать? Ну, здрасте, да легко. Да, хороши кожаные диваны, но это не кожа на куртках. И мы хотим, чтобы кожа нас радовала всегда. Вопрос-то прост, и решается он в кураже. Вся мебель лучшего качества и более дорогая, собираемая не в гараже, перетягивается. Вот как, господа. А по мне, лучше товарищи. И все это делается здесь, на проспекте Ленина, 90.